Так, мы в сафари-парке в Геленджике. Сафари-парк Геленджик. Так, идем на канатную дорогу. Канатная дорога прямо. Так. Так. Птичий дворик. Да. Так, мы идем канатную дорогу. Так, не знаю, правильно или неправильно. Так, на станцию. А вот он такой. Так. Билет прячьте в карман, пригодится на обратную дорогу, не теряйте его. Сейчас. Смотрите, карабин, чтобы его открыть, нажимаете фиксатор, потом давите. Без этого нажатия он не откроет. Как на фото карабин вешаете перед собой. Что у вас в рюкзаке? Здесь, да, еда в основном, съестное такое. Вставайте на цифру один. Ноги вместе, камеру аккуратно. Камеру аккуратно. Да.
Доставайте карабин, я снимаю. Ага. Ну вот, мы поехали. Никого. Никого, никто не едет, все боятся. Что-то я животных не вижу. Говорят, тут животные были. Кабаны. Еще олени. Ну что-то никого не вижу. Ни кабанов, ни оленей. Пирамида Хеопса, 240 метров над уровнем моря. Здесь приостановили. Раз, а мы уже высоко.
Вон оттуда мы приехали. Поднялись. Новороссийск. Там где-то справа порт Новороссийска. Оттуда мы ехали. А сейчас мы в Геленджике. Вот. Сейчас попробую показать, что у нас там справа. Конечно, ничего не вижу, что я показываю, но... Животных никого. Куда-то они делись. Попрятались, что ли. А, может, сейчас будут. Киса какая-то сидит. Эй-эй! Все круто! Так, вот здесь вот должны быть какие-то животные. Послушайте правила поведения на канатной дороге. Посадка в кресло разрешается только в местах, обозначенных красными квадратами на площадках станции. Пока я никого не вижу. Сразу после посадки в кресло пассажир обязан опустить дугу безопасности, проследив при этом, чтобы она не травмировала соседнего пассажира, и поставить ноги на специальную подножку. Особенно внимательно следует опускать дугу безопасности при перевозке детей. При опускании или подъеме дуги безопасности можно руками драться только за горизонтальную часть поручня, отмеченную зеленым цветом. Животных вообще никого. Вообще никого. Да, они, я бы сказал. А, вон они. Удивленно смотрит. Сейчас покажу. О! Эй-эй-эй! Приветы! Откликается. У них вода, почек здесь.
Так, назад лучше не смотреть, ну, честно говоря, потому что страшно становится. Очень высоко уже. Ой, ё-моё. Но панорама красивая, надо ее снять. Ой-ой-ой, сори. Никак не приноравлюсь я к этому девайсу до конца. Так, а ушки-то уже закладывает. Ёпасте. Да, высокого. Высоко. Триста 24 метра сейчас. Высота всего. А ощущение, что гораздо больше. Ой, потрясывает. Вон туда мы аж едем. Рука-то устает. Да, пейзаж, конечно, я офигеваю. Красота. Блин, ну стрёмненько, конечно. Я вам скажу. Вниз не хочется смотреть, честно говоря. Страшновато. Музычка такая спокойная.
Главное, чтобы мобильник не выпал. Остальное все ерунда. Чтобы потом его не достать. Страшное зрелище, душераздирающее зрелище, кошмар. Сразу вспомнился Винни-Пух. Ослик Иа. Иа, Иа. Да. Высоковато. Высоковато, ничего не могу сказать. Мне еще обратно возвращаться. Да, посмотрю животных, обезьянок всяких и прочих. И прочих животных. Так. Приблизить. Сейчас мы туда будем подъезжать. Сейчас как буду подъезжать, я прервусь. Потому что мне нужно будет слазить. Вот. И а у меня еще сумка вместе со мной, так что сейчас прерву съемку, потом продолжим.